Здравия, друзья! Я вот, мы покушали в ресторанчике, потому что много было народу. Я вот отсюда хочу позаснять немножечко, для вас показать, какая прелесть. Мы в Борге, вот в этом античном. Такая здесь крыша, потолок со светом. Вот такие столы. Естественно, люди уже поели, разошлись. Посмотрите, какие пионы шикарные. Они стоят прямо в воде, видите? Прям вот такое вот небольшое. Поснимаю вам. Ой, друзья, понюхала. Как хорошо пахнет. Вы видите, что народ разошелся. Мы тоже уже покушали. Такой вот коньячок в бутылочке. Граппа в разных бутылочках. Какая прелесть. Вот такие вот у них рисунки интересные. А вы видите, рисунки прям на ткани. Я по-быстрому. По-быстрому. Это пионы. Это живые цветы. Здесь несколько корзиночек, три. Ну вот тоже в воде они стоят. Да, си. Три макияжа. Какие-то знаменитые люди здесь. Вы понимаете, что я этих знаменитых людей не знаю. Но так вот, про между прочим, вот ландыши еще один. Упаковочка, букетик. Вот в старом здании. Все отреставрировано. Все сделано. Вот мы отсюда зашли, это вход был. Здесь кухня. Люди на блюде. И вот такие вот картины странные. Может быть, у кого-то будет идея. Вкусненько покушали, но много дали. По той простой причине, что был холодные закуски, потом было первое и второе. Небо, слава богу, разветрилось. В общем, вот так. Желаю здоровья, удачи, долгих лет жизни. Такая коротенькая зарисовочка. Как видите, окна большие. Вид шикарный. На улице ветерок. А мы здесь в тиши. Вкусненько покушали. Попили винца. Чуть-чуть. Всего чуть-чуть. Здоровья, удачи, долгих лет жизни. И всего самого-самого лучшего. Это госпиталь, который мы в первом видео показывали. Что-то там люди делают. Смотрите, ирисы. Здесь уже вовсю ирисы. 26 апреля 2019 года. Часа, наверное, уже два. Всего доброго, до следующей связи. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.